Ну вот Стас Воловик хочет, чтобы я его объявил. Lightning Talk Стаса Воловика. В общем, многие меня знают, может, кто-то не знает. Чего я хочу сказать. У нас 2-3 марта будет Кубертон. То, что Андрей вначале рассказывал, я расскажу просто подробнее, чтобы было понятно, о чем оно, зачем оно и почему это вам может быть интересно. Конференция, совмещенная с хакатоном, двухдневная. На первой вам расскажут, что такое Kubernetes, зачем нужен, покажут, как им пользоваться. И будет 4 потока дополнительных по 4 языкам программирования. Это Ruby, естественно, Java, Go и Python, на которых мы расскажем, как применительно к конкретным технологиям и стекам в языках программирования разбить один большой монолит на много-много маленьких-маленьких микросервисов. Это будет интересно, задорно, с автопати и в теории. На следующий день мы перейдем, как говорится, к практике. Там, где ни у кого ничего не получится. Ну, или, надеюсь, получится. Да. На второй день мы вам выдадим большой-большой монолит и попросим вас сделать из него микросервисы на основе того, что мы вам рассказали в первый день. В идеальном случае, если вы придете вдвоем-втроем, чтобы у вас была команда, с которой вы сможете поработать вместе продуктивно, интересно и, не знаю, задорно. И девопсы не нужны, потому что мы вас научим использовать Kubernetes самим. Вот. Если у вас есть, конечно, знакомый девопс, которому это интересно, берите с собой, вам будет проще. Но он все еще не нужен. Ну, сори, Миша. Да, это по большому счету все, что я хотел сказать. У нас есть уже адженда. Я буду, собственно, рассказывать о Ruby части и о том, как весело и задорно в мире Rails, Ruby и внезапно недавно вышедшего Amazon Lambda на Ruby, как это все интересно переходится на микросервисы. Я вам расскажу и покажу, как запустить рельсы на Amazon Lambda. Не делайте этого, пожалуйста, но я вам покажу, как. Оно работает, но не надо. Вот серьезно, не стоит. Не помню. Собственно, это все, что я хотел сказать про Кубертон. Я надеюсь, кого-либо из вас там увидеть. Будет очень интересно. Докладчики, которые там будут по high-level архитектуре и разбитию на микросервисы и Кубертону, очень классные ребята. В общем, надеюсь, вам будет интересно, и вы такие придете. Вот. Да. А теперь, так как я закрываю по большому счету всю эту конференцию, можно? Вот. У нас сейчас будет автопати, поэтому. Та-да-да-дам. Ай. Держитесь со мной, секундочку. Сейчас все будет. Значит, да, конечно, я наливаю. Значит, все идем за мной. Смотрим вот сюда. И, значит, выходим с двери, с которой вот вы заходили. И следуем по указателю в соседнюю дверь. Понятно, да? То есть идем за мной, я вам буду показывать направление. Да, надо выйти с хайхаба, естественно. Потому что соседняя дверь, это, извините, за зеркалом. Ну да. Ну и все.